нужно срочно разбудить Алиева и сказать, что его обманули. Сказать, что 24 часа уже давно истекли, а Карабах, который правильнее назвать Арцах, не взят, как обещали его военные. Что ощущение боли от падения с престола – это вовсе не сон. Что защищать ему надо собственный народ и солдат, которые почему-то оказались не за, а впереди пушек, на линии огня. Что бомбят столицу Карабаха, бьют по жилым зданиям, убивают ее жителей. Не их ли он звал жить в составе Азербайджана? Какой же президент бомбит своих граждан? Не тот ли, кто сегодня подставил собственный народ и отдал его в жертву чьим-то неистовым амбициям? Что сбрасывать бомбы на мирное население – это уже истерика его генералов. Что скоро народные волнения захлестнут волну войны, а чиновники ему говорят не все. Что слабый он не нужен Эрдогану. Все надо было сделать чисто, аккуратно, быстро, чтобы комар носа не подточил. А тут все уши всем видны. И что России больше не нужны его бакинские красные помидоры. И яблоки не нужны. Ведь буквально за день до военных действий в Арцахе 26 сентября бакинский Хакинас сообщил прискорбную новость. Неизвестная страна неожиданно вырвалась в лидеры по поставкам яблок в Россию, стремительно вытесняя с рынка традиционных поставщиков, среди которых был и Азербайджан. И что не стоило из-за этого поднимать такую бурю. А то, гляди, и другие страны перестанут покупать. Кому же нужны варварские яблоки и помидоры? Нефть – дело другое. Она и так пахнет, неважно. Может, это и спасет в итоге, но не каждый раз может повезти. Авторитет – материя нежная. Порвется – не залатать. Кто же разбудит Алиева и скажет, что ему неверно доложили? Есть у Армении друзья. И что книги по истории пишут не только в Азербайджане и Турции. Цивилизованный мир может позволить себе быть образованным и знать, насколько это возможно, историю. Может постоять за свои ценности и не всегда прикидываться глухим и слепым. И показать, как это не побоялся сделать Макрон, на красную линию тем, кто ее пытается переступить. Или уже переступил. Пословица гласит: «Засунешь обе ноги в одну туфлю – упадешь». Ультиматумы опасны. Проснуться надо. Люди гибнут. Не твоя эта война.